Здорово, народ, приветствую вас на канале Пародею Чил. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Куда? Куда мы лезем? Хорош. Купов борщевик. Сейчас я его выпущу. Как ты его вытащишь? Да куда влез? Он только меня слушает. Ка-ка-ка! Блядь, поправее! Что ты делаешь? Качок! Откуда? Все в порядке, все под контролем. Депутаты едут. Вау, блядь. У-ху. Это было четко. До этого хуйня мы ехали. Только меня слушайте. Слушай, это было просто обалденно. Вылазь. Такой ты счастливый. Ебанутая, это моя я техника, тоже. Понял? Ты сядь. Просто сядь, и ты поймешь. Сядь. Сядь. Жопа мокрая. Тебе нужно девчонок возить, бро. Да. Сейчас я деревенскую отсюда вот взять девчонку и вместе с ней яхай на сеновал. Ужи, блядь. Дайте попить что-нибудь. Пизда, руки все болят просто. Охуенно, да? Нет. Не почувствовал? Все. Когда ты едешь с гориллой и ты в ляльке, ебать, нет, охуенно. Нафиг, сука. Поехали прокатимся. У тебя уже голос даже сбил. А все, понял, мы сейчас ехали, я разорвался. И он яхай! Отъехал. Я говорю, он только меня слушает. Там надо знать одну кнопку. Не, я не хочу, я с ним поездил уже, мне хватило, блядь. Какие, давайте телефон. Почти 40. А? Отправим. Ой. Навсегда? Ну нет, просто, блядь, привяжем его и отправим наверх. Давай. Давай. Давай, давай. Нихуя ты соображаешь, слышишь? Jet Nice? Вообще молодец. Вообще импрувается нихуево. Сначала пришел зеленый был, фу, вообще ничего не способный, сейчас уже нормально. Двигается. Ебашит, только какое у тебя там лицо? Привет. Все, смотри как. Смотри, я посмотрю. Ебать! Как мы сейчас полетим, здорово. Не стошнило никого? Салфеток нет еще. Все, полетали, хватит. Домой. Домой. Тихо, тихо, тихо. Домой. Пошли сюда. Иди. Смотри, у вас будет еще, мы располагаемся здесь. Смотри, ну вы на моей машине. А что, жалко? Так-то вы первее были в космосе, чем мы. Вы самые первые сейчас в космосе были. Блядь, просто посмотрите на эту хуйню. За такое, если лайк не поставить, но это вроде тоже... Вроде не хотели лайк поставить. Это будет просто неуважение. Блять, посмотри просто на эту дуру прям. Охуеть. Хочется мне вот так вот. Да, прям. Да, и внутри. Да. Прикинь, сверху полететь на них. Да как на облачке. Пойду спасу. Как ты аккуратно одну именно взял. Ну, а будьте доставанием все. Ай. Вадик, ты полетишь в космос? Посмотрим сейчас. После первого полета? Не, может даже первым. Первым? Ты хочешь испытать? Летчик-испытатель. Если тебя будут держаться, ничего вообще опасного нет. Ну, веревка будет всегда. Ну, типа, я из-за этого альпинистов и позвал. Потому что, ну, типа, это не шутка, если ты улетишь. Фу. И потом, ладно. Это что был за смех? Ну, тут как бы и такое движение, такое вот. И он эти. Ты куда? Можно с тобой? Да. Вот в этой штуке единственный колпак, когда тебя начинает тянуть, вот так шею сдавливает. Да, да. Вообще, я прям именно держался, чтобы вот не задушило. А сейчас будет тянуть, пиздец, эта тема. Прикинь, 80 килограмм тебя наверх тянет. Ну да. Что у нас, женщина на квартале?
там? Да. А кто это такие? Я эти шары в дупло ем. А кто, что это за женщина? Это женщина шаров, мужчина шаровара, шародула. А-а-а. Это вот эти шары и вот эти ребята. Они производят шары? Они продают. Шародулы как? Шародулы. Ну вот с рамом посмотри, вот так вот картина. И Лада. И Лена. Че, посмотреть издалека как? Тоже виды такие, посмотри. Блин, согласитесь, летом вот так вот даже просто поле. Ебунячая красота какая-то. Вот эти вот штуки. Красиво, да? Beautiful. И такая еще буря. Блять. Не знаю, меня просто всегда такие масштабные большие штуки. Вот из шариков даже такая штука удивительная. Я подхожу и говорю, Лех, сейчас на тебе тест надо какой-то сделать. Какой? Ну, мы там что-то соединили еще, надо протестировать, надевай страховку. Ты не сказал нет? Я говорю, давайте все надуем нахуй. И тогда уже поговорим. Ты всех по струнке построил, конечно, правильно? Же, ну, конечно. А как еще работать с такими людьми? Ва! Заебали кататься. В этой телеске, блядь, рыжий. Да как их колбасит? Стой! Шикайте перед собой небо и вот так. Мы чуть-чуть покатались. Да ну, мы же друзья, но пообщаться со мной хотя бы. Я просто хожу, тюльпаны, блядь, показываю. Поехали с нами. Эй, блядь, что у тебя с ногами сзади нас? Мушки покусали. Фу-фу, отходим, Сифа. Горилла еще. Да, предатели, да, Сифа. Отходи. Предатели, этого. Сифа. Я смотрел это, знаешь что? Сифилис. Фу! Фу, Горилыч. Пауэрбанк дай хотя бы. Нет, это сифилис. Эти старики нужно привязывать к этой легенде. Сначала, чтобы кочки мягче проходил. Стойте, сначала нам надо взлететь, а потом вы понимаете, что ну, он шарики поднимут эту хуйню, 80 килограмм тянет наверх. Не-не-не, это весит тонну. Не-не. Шесть тонн, блядь, как дом. Килограмм 200-300, просто Данилыч, мы привязываем к ижу шары. И он кочки вообще хавает. Так, ой, блядь, это просто пиздец будет. Не, ладно, я согласен с тем, что мы будем делать ганг, но сначала давайте тест взлетов. Ты? Нет, я имею в виду вообще, сначала мы протестируем систему, просто мы взлетим туда так и так. Мне в жопе круглая кость. А потом, ну подождите, слушайте, а потом мы к мопеду привяжем. А, сифилис. А что у тебя с этим? От бинтов. Сифилис. От бинтов, от каких бинтов? Да какие бинты? Сифилис. Под коленку, сука, наркоманская. Он нюхал коленками. Комары ебаные. Ага, комары. Не, Горилыч, реально, откуда у тебя? Аптечные комары. От каких бинтов? Тренировочные. Бинты делают и ноги заматывают так, что кровь. А, что их аж передавливают? Стойте, просили сейчас проверить. Больше шаров добавили, Леху проверить надо. Лех. Лех. Ты же говорил сам, ты мне сам информацию доложил. Ну, подожди, нам нужно побольше шаров. Нет, сейчас этим проверим. Это уже взлет. Нет, не взлет, это проверочный. Машина уже приподнялась. Пойдем, что боец? Пойдем, боец, реально. Возьми телефон. Это он. Это он звонит. Леша, возьми. Мне интересно, как Иш поедет, когда к нему привяжут. Мне тоже. А в жопе круглый у меня ничего. Но это пиздец опасно будет, типа, он может вниз. Ветром будет сдувать. Ну, то есть он, представь, на высоте и вот так вниз, бамс. И Шарес. Шарес или Шарес, Иш? Шарес. Кто, Лех? Ну, кто-то на Шарес, и он, бамс. Да. Я не помню, когда я так счастлив был. Майфеди, блядь, наезжаем, мы как с горылой. Ты еще выглядишь вот как будто... Два деревенских, один в майке, другой, и вот их колдоебит. Чувак, я могу хоть, блядь, раздеться, мне вообще похуй. А на ютубе нельзя. АП. Ну, красота. Влад, а ты на тест летишь или ты раздеваешься? Я раздеваюсь. А кто самый легкий, ребят? Леха. Я. Леха, ты летал? Ну, теперь летай. Давай взлети, вот. Почему нам надо? Потому что ты самый тяжелый у нас. Да. И тебе, получается, ты паришь немного. Правильно? Не, ну, не парю и не курю. Ну ты понял. А, мне кажется, давай. Вы самый легкий. Как? Не, я кстати, на вас вроде надо потестировать, потому что шары же ваши. Если просто уверены в качестве шаров своих, то... Саныч едет, давай, Саныч, мы ждем тебя. Поэтому
я в них вполне уверен. Ну, вот, если уверен, да, надо сейчас вас поднять на метров. Нет, слышь, я ничего. Лёх. Смотри, 77. Ну, я на этих шариках похудел до 65, наверное, до 60. Я тоже. Так я что, уже он меня будет вытягивать вверх? Идее, да. Вот давай, давай, на мне-то что, попытаемся? Давай, ну, Лёха, да давайте на Лёхе. Не, на Лёхе, на Лёхе. Да, Лёха, Лёха. Нет, разгонял. Давай, какую кофту минус вес? Снимай, снимай, снимай. Давит, давит, давит. Кофта это минус вес. Нет, очень сильно натирает шею. Комфортно. Ну давай. Давай. Подожди, подожди. Тебя ноги передавило. Вот так вот, давай. Мне надели эту штуку, натянули, у меня вот эта кукушка вылезла отдельно вот так. Кукушка! Сам я не знаю, как это называется. Ну а как называется? Членцем так и называется. Сейчас будем взлетать, самого легкого. Блядь, что значит? Я не хочу взлетать. Ну, я хочу парить. Слушай, нам надо протестировать количество шаров. Так что все нормально. Ради чего вообще пишется все, правильно? На секунду подержи, я сделаю Порше Леха. А то вы там бегаете, прыгаете, ну, там люди... Так, это мне... А сейчас вот, альпинист нам чисто поможет, да, сейчас? Да. Застегни кофту. Чего? Нет, там я просто просую. Спасибо, здоровья. Ой, Лёнь, у тебя что-то вывалилось. Что-то вывалилось между ног. Ничего не вывалилось. Пушонок. Кукушка показалась. Блять, яйца, сука. Вот впервые почувствовалось неудобство ношения яичек. Так давай свежим. Можно неудобно подложить что-то, где яйца, типа салфетки. Нет, так оно просто давит в сумме, понял? Положила пухту. Нет, если ты... Лёх, знаешь, как сделать? Короче, яйца приподними, проведи первую шлейку, потом приподними с другой стороны, проведи вторую шлейку, и давайте не будет именно на яйца. Лёх, давайте яйца отрежем просто. Либо лопухов давай положим туда. Ну не снимай, я тут надрачиваю. А меня снимали же, ничего. Ты сам сейчас, по-моему, главный по наяриванию. И чё? В ТикТоке. Я вас от змеи спас. Задушил эту гадюху ебучую. Он ночью задушил гадюху. Не важно, что попал. Дать очки, может? Подожди, я звонок. Да? Не поверил, я от гадюки спасал. Не поверил. Мне в штаны заползла гадюка, я говорю, давай. Он начал душить ее, понял? Не, подожди, он реально начал ночью дрочить. Есть видос. Пока Женя верю. Пока не покажет. Дрочить, я яйца начесывал. Просто яйца. Я сейчас не могу, меня на шарах запускают. Позвони Горилычу, напиши Горилычу, брат. Давай. Я не буду отвечать сразу. Я не знаю, кто, но не буду отвечать. А Саня, наверное. Рутиныч. А, Рутиныч приедет? Да, ну, я его, ну, я позвал, он, да, да, он вот ответил Рутиныч. Ам-ням-ням. Закудахтал уже просто. Так у меня тут зажало, я должен вот так проваривать. Ты можешь вдохнуть перед полетом еще один. Саня к вам едет, мы ждем в Саннере. Саннербоя ждем. Лёх, ты готов? Нет, здесь еда. А ебать. Сколько добавили шаров? Не знаю. Ебать. Лёх, ну это все. Это круто. Ёбень. Бля, прикинь, запустите, пусть, ну типа, летит. Куда угодно. Да куда он долетит, интересно? Не знаю. До атмосферы, и там сгорит. С днем рождения вас. Я тебе серьезно говорю, будет очень больно. Лида, а сколько шаров тут сейчас? 300. А, 300, еще вот у нас 50 запасных. Сколько? Это 300. У меня так сердце бьется, просто пиздец. Не лечу. Ой, ну так охуенно. Попрыгни. Блять, как охуенно. Пошел. Стой! Не надо! Горелость, подпрыгивай его. Кидай его. Да я в машину ебанусь. Приземляйся. Как охуенно. Можно прям запульнуть? Ну ебать, как охуенно, сука! Ноги его вверх. За ноги, за ноги. Вай, блядь! Стой, на гелик приземлюсь! Пошел. Как охуенно, блядь! Надо с машины. Стой, он должен прям... Нихуя себе! Двойной буст, слышишь? Ебать! Как охуенно! Сука! Мои прогнозы, никто не взлетит. Или еще есть шары? Лёха, у тебя уже надулось. Еще есть шары? Ну надо... Надулось кукушонок, сука. А, есть еще 50, а еще есть запасные. Стой, я хочу срама, можно? Да. Да. А ты же не меньше высота, чем... А, ну ладно, да. А, стой, 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 дура! Стой, дура! Срама меньше высота. Ой, уносит, уносит! Не уносит меня!
А ну-ка подбросьте еще вот с такого высоко. Я сейчас вас возьму. А да, я хочу какой-нибудь акробатический трюк. Дайте на кого-то запрыгнуть. Давай. Надо запрыгнуть на кого-то еще раз. Я на тебя запрыгнул, буст охуенный был. Готов? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прыгай. Ты не можешь уйти, что нет. Я знаю, я понимаю, я не хочу. Так, знаешь, морально легче, когда эта хуйня есть. Брат, она просто мешает, ты мог с ней покрутить получше. Блядь. Тихо-тихо, Горилкин. Я в жопе круглый, Лёх. Иль, давай на другое плечо, давай. Надо Нона на плечи. Прыгай. Рисков. Прыгай. А, не могу сейчас. Уй. 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 Ой, нет, не надо, ну не трогайте. Ну сними, но она мешает. Ты сейчас просто покрутишь, еще сделать. Сделать. Мешает, не факт. Чё-то смотри. Стой. Может стой, больше стой, надо будет. Дети сколько есть? Я поймаю. О, шарик, смотри, как полетел. Ой. Ребята, я без страховки. Минус экология. Сейчас Лёля, Лёша так же полетит. Я без страховки. Да пох. Ты что, мне ножки раздвигаешь? Стой, давай еще раз на плечи встань. Прыгни на плечи. Давай. Есть? Да. Сейчас на руки перепрыгивай. Уносит меня и уносит меня. Куда, назад? Давай на руки. Балансируй его. Ебать. И раздвигай ноги. И зубами вместо лопа. Как охуительно. Только шею сдавливает, ощущение, что я сейчас... Э, дура, ебаная, ты подошел? Адьос, нахуй, лузеры, я побежал. Куда-то, далековато? Сейчас просто себя задушит, дура. Пописать надо. Что делать? Пописать. А, чтобы легче быть? Чекотят, суки. Ну-ка, сядь на плечи. Ну, подтягивай меня. Ай, блядь, тут такой... Ай, блядь. Алхимик. И на этот, и на ижик шути. Эй, дура, ебаная. Нет! Мать, вы в закат красиво ушли. Бля, есть какой-то водоем тут, чтобы его пустить? Или крапива какая-то. Крапива? Можно в куст его закинуть просто. Ладно, пойдем кости зацепим. Пойдем. Легкий? А? Легкий он? Конечно. Ебать, бандуры. Ну, идти очень тяжело, вот так. Я хочу посмотреть, как машина поднимется. Да она не сильно поднимется. Я думаю, сильно. Хасбек бы улетел уже, да. Во, все, сейчас к машине. Знаешь, смотри. Ну так, чуть приподняло. Вылаз. Ай! Как охуенно. Ты, это невозможно. Блять, как охуенно это ощущается. Хочешь в невесомости побыть? Просто пиздец как. Вот ты еще понял, если бы не давило вот здесь на ключицу и на яичке, вообще ты бы, я бы, ну, умереть можно от кайфа. Может быть, потом еще забрать. Не, они сами будут сдаваться. Давайте не, меня. Проверяли, но... Что случилось? Да, обсуждаем просто вариант. Какие? Что если ты сейчас не полетишь еще, если 8 шаров подкинуть. 8? 80. Что, я не полечу? Да. Кто сказал? Мы думаем. Ну, просто прикидываем этот вариант. Нет. Я просто... А, будет я только что прыгал. Тогда мы просто... Тогда Костян просто потратил миллион и расход. Ну, мы можем докупить шары. Нет, Костян... А у него есть самый Demon Invasion кушать? Все, что уже... А почему не долетит? Ну, просто вариант рассматриваем. Когда Леха подлетает, я ножом вот так веревку обрубаю. И хуй куда полетит. Где-нибудь стоит. В Новосибирске встречайте его. Не, завтра сказали, шары растутся. А, ну вот завтра, но у каждого Новосибирска плюс-минус ветром попутным долетит. Куда-нибудь он прилетит, завтра ловите просто дуру. Потом в Телеграм в комментарии присылайте, где он там приземлился. Не, охуенно, понял то, что создать хуйню, где все могут свои кружки скидывать, только кружки, чтобы скидывали, типа, где Леха пролетает. Есть теперь кайф такой сделать видос, битву, сделать два таких хуёбалы. Ага. И на расстоянии друг друга дротики кидать, понял? Чтобы лопались, и ты падал. Ты их сам будешь, что ли? Два ляма, Лёх, давай делаем. Да. У меня нет таких денег. Это вот у кого есть, у Саши есть. Да. Ставьте класс и подписывайтесь на канал. Пародевич Чил. Лёх, иди скрыпчу тебя. Даже там дуют наркоманы. Я понял,
Я тут... Участковый приезжает. Да, вы что здесь? Шары дуете. Че? Подуть хотите дать нам? Иди сюда, пожалуйста. А мы не дуем. В смысле не дуете? Иди сюда, смотри. Ты слышишь, да, как я разговариваю? Слышишь, да, смотри. У тебя гелем дул в детстве. Привет! Давай, готов? Баричка-баря! Что за хуя, блядь? Эй! Что с голосом, нахуй? Лёх, что у тебя? Да я бы снял уже, болит. Опухло что-то. А что, снять не можешь? Нет. А, нихера себе шарик, да. Да. Прям в космос. Костян, слышишь? А. Может, дождешься вот эту партию? Вот партия. Скоро будет. Скай на этой пока. Он кайфанет пиздец, как на Луне. Я думаю, с этой еще более кайфово будет. С этой партия. Я уже, возможно, полечу. Это же уже почти финал. Подберите, не надо запускать в стратосферу. В стратосферу, да, это же природа. Ну, утилизируем, куда-нибудь отвезем. Надо. Это все надо забрать. Забрать и все утилизировать. Мы думали, может, это фондом каким-то, детям. Шары? Куда? В природе растворяется, так что не переживайте. Это не лента. Веревка, да. А вот с латексом вообще без вопросов. Все продумано. Шапочка для плавания. Не налезет. Налезет. Хочешь? Ну да куда ты, блядь? Давай, давай. Никитос, надень шапочку. Ну давай руку. Нет, ты держи руку. Растянем, давай. Никитос, залазь. Ну смотри, здесь... Сейчас я уши на... Все, все. Ну что, ты как раз шапочка. От дождя, я шапочка, сейчас лечу. Блять, башка сжимается, снимается. Снимай шляпу. Не, еще. Еще нет. Наконец. Выкинь его, Данилович. Убери его отсюда. Не, вот прям вот чуть-чуть еще, и я полетел. Ну да, ты прям уже... По-моему, он еще хиярит. Горелоч! Яичками на голову. Да куда горелоч, я сейчас носом? Выкинь его. Ты должен еще вдохнуть шарай с этим голосом лететь. Залазь, залазь. Да все, блин. Яйцам просто пиздец. Ты какой-то с парашютом прилетел. Больно вообще. Писю? Вот тут бэки. Все, сзади надулось, как пампер. Ладно, друби. Просто полляма вот так. Срама? Не дотянется веревка. Ну, можно отпускать. Ты не улетаешь. Цепляем. Дайте, вы вдвоем вот так дайте. Погоди. Ну, Горелыч, блин. С Данилычем хочешь? Нет. Ты с Данилычем хочешь прыгать? Ты не улетаешь же вверх. Ну, ты чего боялся тогда? Так я отцепил. Я отцепил и летал. Нет. Пиндорама не даешь просто. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Да? Не знаю. Да. Ну, не улетай. Рад хочешь? С нас прыгнуть? Да. И ветер подводит и меня унесет. Давай, он полез, смотри. Он подтянулся просто. Яйки. Нет, Саша, не могу, яйца. Просто, ну, так, приподними, стой, да, опусти, и вот сейчас поправься. В бок за яички заправь. Ебать, вы даже не понимаете. Залезь в трусы. Не. Слышишь? Не. Что нужно сделать? Рукой в трусы и яйца наверх. Отпускай резко, и меня поднимет. Давай еще. Давай максималку. Стой. Давай, отпускай. Давай. Они готовы уже? Нет, сейчас будет уже вообще. Как будто нет. Че? Ой, укусил кто-то, блядь. Аллергия, похуй. Костян, иди, сейчас тебя подцепят. Так, еще 50. Все полтинник. Так вообще тебе не перегасать. Блядь, бать, вывисать именно. Ты не слышишь? Памперс и булки вывисать, блядь. Такая одна булка почему-то. У тебя искусственная жопа? Да, подкачался. Я не стасанка. Сколько у нас здесь шаров? 300. Я цеплен? Да.
Кайф? Ну, я не вел. Я не вел. Че, давай. Че, берем, да? Давайте подкидываем. Бля, как раз скусали нахуй сегодня. Кумарьё? Меня в лоб укусили, ебанетесь. Ебанетесь. Смотри нахуй. Да, но он, кстати, возможно, хиленький. Не, мне кажется, я не подлечу на них, если еще 80 добавить. Если взять мотоцикл и разогнаться, то я могу, мне кажется, вверху держаться, когда буду. Бля, ну будет минус вайп, если. Мотоцикл не поедет даже. Поедет, поедет. Вот этот, это что-то и жест. Ебать. Кстати, если хотя бы чуть-чуть подлететь, да, только да. На мотоцикле тебя держало, ты просто по воздуху. Я и говорю, вот я хотел бы так вот. А, да. Ну вот. 5 плюсов, я в Китай улетаю на шарах. Вот тридцатку и меня спокойно поднимет. Нет. Тридцатка еще будет меня поднимет спокойно. Мне вот прям чуть-чуть. Ребята, ребята, я придумал, как облегчить вот эту боль. Можно взять подушки из люльки и вот. Кстати, вот здесь я бы кофта. Делаешь Горилыч. Горилыч? Горилыч. Горилыч, твоя сила нужна. Горилыч, говорят. За него. Ага, сейчас просто вылетит все. Будет минус вайп, если все вылетит просто. Ой, его, все. Ой-ой-ой. Пускай. Ну прям вот. Во! О, нихуя! Его подняли. Кто его поднял? Вот сейчас снимай невесомость. Снимай шляпу, снимай. Обувь снимай. Вот без страховки, если ты можешь, ты поднимешь. А теперь, Горилыч, можешь сесть прямо далеко? Она 5 килограмм весит. Надо присесть, надо. Присед, перевязать да. Колени. Ебать! Чё? Чё? Да ну! Я высоко! Чего? Я охуел! Ставьте камеру! За мотоцикл полетит только так! Вот это да! Горелось, давай! Не отпускай эту хуйню, я уже опасен! Подпрыгни чуть! А? Еще сотку шаров привезем! Да! Даже 150 пусть сразу. Готов? 150, думаешь? Да. Ровно встанем. Если мы надувать, долго будем кушать. Да, 150 мы долго думаем. Кость, как будто сотки хватит с головой. Сотки хватит. Да, давайте меня, бля. Еще 30 же есть. Ух, Горилыч, давай. Ух, Горилыч. Ух, Горилыч. Оооо! Я ебать высоко. Да! Ебаный хуй! А? Мне кажется, я могу улететь. Прикинь, просто жопой на лицо. Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Саша! Давай за эту попробуем. О, давай. Подождите! Саня, отпусти! 3, 2, отпускай! А попробуйте вы Саньком его толкнуть. Больше силы. Давайте крему подвяжем на чуть-чуть. Крему? И к мотику, наверное. Мотику лучше. К какому мотику? Бля, у меня даже без мотику. Страховки ты полетишь. Саша! Ты за ты прицеплен. Данилыч. Да я не про это! А, там курдюк. Данилыч, пожалуйста, блин. Там курдюк уже все. Лех, может тебя попробовать? Нормально, нормально. Да, это машина. Машина готов? Оп. Это не хуёво ты сейчас взлетел. Давай сейчас так же ещё раз. Снизу высоко выглядит? Да. Сверху пиздец. Дайте камеру. Дай камеру вот с такой подкидки. А возьми Данон. Данон, возьми тоже. Готов? Я готов. Отпускай. 3. Оп. Ебать. Назад вообще пиздец. Пизда, да? Просто это я так необычно. Давай. Еще разок хочу. Еще раз. Ебанутый кайф. Мне кажется, надо вот снизу прям ноги. Так. Давай. Осторожно, машина. Готов? Погнали. Оп. Ебаный хуй. Просто им накачать, понял? Костяном. Ну сколько вообще костян весит? Подкидните! Подкидните! Нет, можете меня подкинуть и одну фотографию для мамы. Надо в ту сторону, там солнце.
Бля, меня можешь засвернуть? Бля, ебанячий кайф, Саныч. Готов? Ты просто не понимаешь, как ты настолько высоко поднимаешь. Веревка кончилась, стой. Все. Давай. В эту сторону только. На ней очень плавно надо, чтобы шары успели. Бля. Я не понимаю, это я хочу всегда так ходить. Это просто пиздец. Давай Лиду запустим вместо Лехи. Легче? Ну да. Я попробую сейчас оттолкнуться. Давай тогда вот так. Подсядь. Вот так. Ёбаный хуй. Пьяна! Пацаны, давайте к плотику. Не-не-не-не-не-не. Не сейчас. Почему? Именно сейчас. Валя. Это далеко не улетает. Валя. Да. Нет, ты чё? Я не парю в высоте. Нет, так вот именно в этом. Тебя шары будут как... Это не так работает. Ты не будешь улетать, Костян, не будет так работать. Будет пиздец, как пизда по этому, по земле, если будет волочь. Нет, я из-за ветра буду поднимать кверху. Я медленно буду ехать просто. Да, давай, Лёху. Яички у меня прижимились. Яички! Яички. Кусай за яички, говорит. Сань, давай к твоему синему. Загни его сюда. Я как будто яички. Чисто попробуй, здесь по полю даже, дашь газу? По полю нет! Бля, это пиздец. Горилыч, давай привяжем. Кость, ты не хочешь? Давай сюда Леху. Давай. Лех, сейчас тебя к этому к мотику сразу привяжу. Нет. Да. Оно будет тебя по воздуху нести. Да Горилыч! Вы можете меня забрать шары, пожалуйста? У меня что, яйца лопнут просто. Мы еще заказали сок. Слышишь? Еще 100 заказали шаров. Ну вот сотка будет вообще пиздец. Сотка Костя уже улетит. Да давай. Мы их дуть будем, пиздец. Ну, у меня фонарик есть, ночью запустим. Космонавта. А, нет, Горилыч, так яйца нет! Нет, пускай резко, пожалуйста. Хорошо? Первый раз, чтобы яйца не ударило. Теперь мы эту зеленую квадрику крепим. Ну как, я же не улетаю. Зачем? Я буду падать, блядь. Тебя по воздуху будет тащить. Нет, это же не парус. По траве его будет нести. Это же не парус, блядь. Он подлетит, он подлетит. Почему лететь на катерной лодке? Потому что там парус. Ветер дует, она взлетает. У тебя будет сейчас хватит. Чего вы буяните? Нужно выяснить. Будет. Горилыч, а ну подбрось-ка меня, нахуй. Ребята, это так работает. Давайте. Делайте. Подпрыгни еще, Горилла. Какой не в яйца мне подпрыгни. Слышишь, не надо подпрыгивать. Просто надо руками толкни. Ой, блядь! Чё у тебя ножки трусятся? Не, надо по-любому привязывать. Просто болтаю ради кайфа. Чё, будешь пробовать квадрик? Протянуть телефон. Надо брать, нужно, чтобы он летел. Нужно, чтобы еще сделали 100 шаров, тогда уже привязать к этой хуйне. Нет, он полетит. А, вот, давайте попробуем. Лёха, яйца! Я просто потяну его. Сейчас, давай, отвяжу, берём. Ты просто побежишь сейчас? Ой-ой-ой. Нет, Саня, ты один не справишься. Пацаны, чтобы проверить, давайте просто на зеленую эту возьмемся и побежим вместе. Я вот сейчас и хочу. Давай. Вот так, блин. Домой. Бля, яички, вот почему я залупа синяя, блядь. Я на шарах летаю каждый день. Горилла, подкинь его, пожалуйста. Стой. Прыгай просто. Не, нихуя. Падаю. Не. Прыгай. Ебать. В колючки. Ай, нога, блядь. Ай, яйца. Не тяни так, яйца, больно. Сука, вот эти капюшонки, блядь, вываливают. Ай, больно, ебануто. А можешь чуть кайфа добавить? Потрогать? Нет, вниз мы чуть потянуть. Уже все. Ай, ебать. Вот два и резко. Еще и парень застрял, яйца. Тихо, веревка, это не на третьей, блядь. Итак, яйца, блядь. Тихо, веревка, блядь, по жопе клещет. Яхай, блядь. Яйца. Эти яйца. Ай, блядь, все, не балуйся. Николаич, что ты, летун? Летчик Николай. Лип энерджи. Минус шар. Это сверху? Да. Это шарик был. Это комары там. А, это комар в натуре. Своим носом уперся в шарик.
Убери клеща. Гайд, как убирать клещей. На Леху. Энцефалитов. Ребят, да. Ребят. Может я, да, уже... Я уже заебался держать сейчас вас. Лучше вот здесь лучше держи, потому что будет как шею типа тянуть. А, сдявливать вот да. Эту шею? Да. А можно? Да, постепенно. Да ну нахуй! Пока! Мне кажется, что уже проверили. Все, теперь к скутеру и... К скутеру. А мы к машине забыли прицепить. До новых встреч! Как охуенно! Охуеть! Блять! Просто ёбнися! Охуенно! На шарах! Ну вот это сказка, блять, какая-то! Ну, на вот шарах это, полететь это, наверх! Ёбнись! Ёбнися, да? Ёбнися! Как я так же... Сколько еще шаров надо, чтобы так же полететь? Сейчас все сделаем! Держу тебя, я держу тебя. А что, что? Ой, боже, нет, конечно! Сейчас еще сотка. А через сколько шары? У нас еще шашлык сегодня. По расписанию. Вообще, ребят, я не знаю, кто вы, но так прикольно, реально. Я вообще в шоке. Мы сегодня, можно я скажу по там виду, да? Да, да. Мы сегодня всю ночь не спали, эти шары закупали, дули. Вообще, только вчера. Не ртом дули. Ну, в общем, вообще, я вообще, у меня магазин шаров. Шары, цветы. Вот, девчонки. Такая скрытая реклама, да. На самом деле, вчера вот девчонки там на сайте заказ оформили. Думаю, не, ну я точно в это не впишусь. Вписалась и сама дула. Уже полетела сама. Дунула и сама полетела. Ну, в общем, вообще, спасибо, блин, ребята. Я подпишу. Да, конечно же. 50% скидочку можно сделать? Шары сейчас подводят, кстати. Там вот у нас не все учтено. Подарок. А как называется магазин? А я сейчас визитку. Ну, а ты уже сказал. Можно. Уже есть. А, уже есть? Уже есть. Да? Прикинь, у тебя Рам сейчас улетел бы. Просто не вот. Не хватит духа. Не хватит. Если, Костян, если ты реально купишь столько шаров, чтобы Рам поднялся, пусть улетает. А сколько это надо? 3,5 тонны. 3,5 тонны? Будете дуть 2 месяца. Если кому-то надо шары, вот такие, поменьше, телефон побольше. Предлагаю на ночь открыть. Да, телефон. На день рождения, там, на все вот это вот праздник. Обращайтесь. Я просто дикая вот это всего. На инсту подпишитесь, вот вам, с QR-кодом. И не звоните, потому что девочка добрая, не надо хулиганить. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.